Муж принес машинку с работы для стрижки овец и постриг меня. Я чувствовала, что со мной не так что-то. Вот, ну, вот как-то вот оно было тут. Я чувствовала, что что-то не то. Я пошла просто к онкологу. В интернете пишут страсти-мордасти. И в отличие от нас. И считаю, что если я смогу помочь даже одной женщине, да, ситуация изменится. Я поняла, что мне надо вот так схватиться за веру в Бога и держаться. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас в гостях Ирина Кузьмина. Ирина перенесла рак молочной железы, после чего стала равным консультантом, и теперь она помогает женщинам, которые получили диагноз рак молочной железы. Ирина, здравствуй! Здравствуй, Ольга! Расскажи, пожалуйста, что сейчас хорошего происходит в твоей жизни? Ну, если говорить вот на настоящий момент, что главное в моей жизни – это то, что я, во-первых, мать замечательного сына, жена замечательного мужа, дочь великолепных родителей. Если говорить про работу, то я научный сотрудник Николо-Грецкой духовной семинарии, ответственный редактор собрания трудов апостола Николая Японского. Я еще пою в церковном хоре на клиросе, сопрано. Являюсь равным консультантом, хожу в больницы, помогаю женщинам. Вот недавно стала больничным капелланом, помощником больничного священника. А как вы к этому пришли? Вот помощник больничного священника, капеллан еще название. Ну, такое, да? Да, больничный капеллан, но в Русской Православной Церкви есть много таких церковно-благотворительных организаций, в том числе связанных с больницей. Когда человек болеет, он часто задумывается о смысле жизни. И в этот момент часто думает о вере в Бога. Иногда бывает очень непросто подойти к священнику, вот так вот с бухты-барахты подойти и спросить свои вопросы. И мирянин, который может рассказать о вере, как раз вот ему в помощь. Мы ходим в больницу, проводим молебны о здравии, молимся. Ну и когда бывают вопросы о вере, мы на них отвечаем, если можем. А как ты-то стала вот помощником? Ну, я окончила катехизаторские курсы. Я училась 3 года в Николо-Грецкой духовной семинарии. Имею такое вот образование. Потом наложилось то, что я равный консультант, и я часто ходила вот в больницы, и иногда понимала, что людям нужно не только, скажем так, телесное, но и духовное здравие. Но это по зову сердца было? Да, это было неожиданно. То есть если говорить о целеполагании, то оно у меня шло таких в несколько этапов. Но это связано, конечно, с равным консультированием, в том числе и одной из целей вот была как раз моя деятельность помощника больничного священника. Но это востребовано? Люди ждут тебя, когда ты туда приходишь? И как это вообще происходит? Или вот ты приходишь, и кого встретишь, с тем и будешь беседу проводить? Нет, конечно, нет. Люди знают о том, что мы в этот момент приходим. Вот обычно об этом, ну, больничный персонал, младший медперсонал говорит об этом. Мы приходим, приглашаем, ходим по палатам, приглашаем всех на молебен о здравии, потому что, ну, больница. Да, больница, это надо первое, помолиться что о здравии, да. Вот. И в этот момент задаю вопрос. Если вы хотите что-то услышать о вере, то вы можете задать мне этот вопрос. Вот. Часто бывает, что вопросы есть, и иногда достаточно сложные вопросы. Если человек, допустим, только на пути, он еще не готов полностью быть, скажем так, он только на пути к Богу. И бывают вопросы очень такие экзотичные. Ну, наверное, есть много историй, о которых можно говорить. А вот для тебя лично что это дает, что ты получаешь? Ну, если вот, ну, наверное, давайте давай объединю и равное консультирование, и помощник больничного священника. Это все-таки где-то рядом. Вот. Ну,
моя причина, почему я этим занимаюсь, она, можно сказать, либо она многогранная, либо она прошла развитие. Потому что поначалу я решила, что я обладаю большим количеством опыта, информации, как травмный, ну, вот я про равное консультирование имею в виду, и что я могу, кому-то это может пригодиться. Но это вот первая моя была такая, одна из причин, почему я стала заниматься. Желание поделиться опытом. Да, желание поделиться опытом. А вторая причина, их всего три, вот, вторая причина, это то, что мне захотелось изменить ситуацию. Ситуацию какую? Объясню. Значит, очень часто, ну вот, например, такая ситуация, что известно, что рак молочной железы, ну и вообще онкологическое заболевание в нашем обществе, оно сильно стигматизировано. То есть многие женщины боятся признаваться людям и каким-то посторонним, знакомым, что они имеют такое заболевание, им стыдно. Вот. И обычно они замыкаются в себе. Это часто бывает у женщин, которые, ну, скажем так, в пожилом возрасте, более в старшем. Вот. И мне всегда больно было смотреть на этих людей, которые вот они, такое чувство, что они чувствуют на себе какую-то такую печать несмываемого позора. Ну да, это как жизненная неудача. Да, жизненная неудача. И это было вот внутри, была такая болезненная, мне было очень неприятно и больно смотреть на таких женщин. Это вот одна причина, мне захотелось. Я сторонник небольших шагов, малых шагов. И считаю, что если я смогу помочь женщине, даже одной женщине, ну, да. Да, ситуация изменится. Вот. А последняя причина, ну, она сейчас стала наиболее главенствующей моей, это вот недавно ты писал пост про любовь. Конечно, любовь существует. Да. Вот. И это больше нужно для меня. Потому что когда ты отдаешь любовь, ты получаешь обратно любовь того человека. Получаешь любовь, получаешь благодарные слова, которому человеку ты помог. Вот. И у одного очень такого известного богослова я прочитала такую вещь, что любовь изгоняет страх. Правда. То есть я люблю, я, значит, не боюсь. Я не боюсь, значит, люблю. Интересно. Ну, а в нашем случае это круговорот любви в природе. Да-да-да. Да-да-да, совершенно точно. Да. Ирина, а ты еще занимаешься составлением генеалогического древа. Ну, как ты к этому пришла? Ну, изначально я решила, что я должна знать свои корни. Вот, ну, почему-то вот мне очень это захотелось. И я начала с того, что я стала собирать информацию о своих предках. Вот, посылала запросы в архивы. То есть это был такой начальный мой этап. В принципе, древо мое сейчас, конечно, достаточно значительное, но еще не до конца. И в этот момент я неожиданно стала знакомиться с людьми, вот, которым нужно было помочь вот, в том, чтобы узнать своих предков. Так как у меня был небольшой опыт уже в этом, вот, я стала им делиться. То есть есть люди, которым ты помогаешь? Да, да. Ну, сейчас... Но это вообще кропотливая работа? Что это из себя представляет? Она кропотливая, но она затягивает. Это вот раньше такой... С был, чего начинается? Раньше был такой вот фильм, ну, он сейчас есть, наверное, про Индиану Джонс. Вот он как раз там работник архива, искал в архивах различные всяческие такие редкости. Ну, вот приблизительно работа по поиску информации, она вот связана, как будто я Индиана Джонс. У меня такое, конечно, смешно, но это вот такой вот у меня... Интересно. Такой вот образ сложился. То есть начать можно, ну, хотя бы поговорить с своими родителями. Узнать информацию о своих бабушке, о дедушке, о дядях, о тетях. Вот. И поговорить, чем больше с родственниками поговорить, тем больше вы информацию знаете. Вот. А потом уже начинается кропотливая работа, где... родственники ваши жили, туда в архив можно отправить запрос, что так и так, вот я бы хотела получить информацию вот об этом человеке, который родился. Ну и постепенно узнаешь и дальше, дальше. Да. У меня есть, я вот сейчас в моем генеалогическом древе есть информация про людей, которые жили в 17 веке. А как глубоко можно копнуть архив? Ну, неужели все эти документы хранятся? Не все, конечно. И многие архивные документы, они были... уничтожены во время Великой Отечественной войны, например, во время революции вот этих вот таких вот
советской власти. Но часть из них сохранилась, особенно это метрические книги. Если знаете храм, в которых крестили хотя бы одного вашего родственника, вы можете дальше найти информацию далее. Потрясающе. Какая полезная Да, и она очень интересная и захватывающая. Да. И я понимаю теперь, как можно еще отвлечься от тех мыслей, которые нас гнетут, погрузиться в изучение прошлого. И можно узнать очень интересные факты. И для меня вот некоторые факты моей семейной, такой, скажем так, биографии, истории, они были неожиданные. Приятные? Приятные, но неожиданные. Здорово. Неожиданные, да. В чем? Можно говорить о неожиданности? Или это семейный секрет? Это семейный секрет. Это все-таки больше, да. Хорошо. Ирин, конечно, сейчас жизнь наполнена огромным количеством событий. Ты поглощена в работу, и эта работа разнопланова. Вокруг большое количество людей. Но так было не всегда, и ты столкнулась с диагнозом рак молочной железы. Да. С чего все началось, как это получилось? Моя ситуация достаточно такая необычная. В 2013 году я прошла полностью обследование, потому что я хотела, мы с мужем решили второго ребенка, чтобы у нас был второй ребенок. Угу. Я прошла полностью обследование, в том числе прошла онколога-мамолога, сделала УЗИ. Он сказал, что все ок. Несколько раз меня... Маммографии не было, да? Потому что я по возрасту еще не подходила. И по российской традиции, пока мне не исполнилось 45 лет, меня не назначили на нее. В любом случае, я прошла обследование, и будучи, как я считала, здоровой, я забеременела. Угу. И во время беременности я стала ощущать себя очень нехорошо. Я решила, что это просто токсикоз. Все бы так подумали. Да, была слабость, была какая-то такая... я не могла там встать по-нормальному. То есть у меня начали болеть какие-то то лапы, то хвост, называемые. Угу. К сожалению, беременность окончилась неудачей, ребенок умер. Но во время беременности он умер, не при родах. Да, во время беременности. Ребенка я потеряла, и к этому плохому самочувствию, конечно, добавилась депрессия. Да. Но все равно чувствовать я стала с каждым прямо днем. Хуже и хуже. То есть ухудшение состояния. Я не знала, с чем это связано. И, как нормальный человек, пошла по врачам. Многие врачи мне говорили о том, что это у вас типа в голове. Я иногда даже сама думала, что это, наверное, психосоматика, что я так плохо себя чувствую. Депрессия, мне нужны там антидепрессанты. Первый врач, который мне сказал, что мне все-таки надо к онкологу подойти, это был обычный хирург в частной клинике, к которому я пришла и показала свой лимфатический узел под коленкой. Он говорит, не, надо идти. Первый диагноз, который меня предположительно поставили, это было что-то из лимфом. А была потеря веса? Сначала не была, но как только в какой-то момент, прям как будто переключили, я начала стремительно терять вес. Сколько в месяц было? Если говорить за месяц, я потеряла порядка 10 килограмм. Ого! Да, я теряла вес почти каждый день. Угу. И первый врач это был гематолог, онколог-гематолог. Угу. Он сказал, что по его сфере ничего нет. Угу. И тоже сказал, что у вас канцерофобия, что вы тут ходите, все нормально. Я оказалась достаточно напористой человеком. Я такой человек упрямый, в общем-то. Чутье, наверное, какое-то чутье. Было. Я чувствовала, что со мной не так что-то. Как-то оно было тут. Я чувствовала, что-то не то. Я пошла просто к онкологу. Онколог меня тоже все пощупал и почему-то решил, наверное, были к этому какие-то причины этого были, что у меня опухоль в кишечнике. Что-то он там ущупал, наверное. И на КТ я шла с диагнозом подозрения на рак сигмовидной кишки.
Ну, этот диагноз у меня не подтвердился, слава богу. Вот, но на КТ грудной полости у меня нашли скопление контраста в опухоли в левой молочной железе. Я уже тут немножечко знаю историю. Вы вышли улыбающиеся. Да, я вышла улыбающаяся. Сначала я, когда получила данные, мне сказали, ну, это вам надо к мамологу. Я пошла к мамологу. Вы обрадовались этому диагнозу? Да, я обрадовалась этому диагнозу, потому что, ну, наконец, я поняла, что со мной происходит. То есть я поставила какую-то, ну... Точка отсчета. То есть не просто там, потому что вот у вас что-то там болит. Вот. Это была точка отсчета. Ну, а вторая, наверное, причина в том, что я почему-то считала, что онкологическое заболевание кишечника, оно намного серьезнее, чем онкологическое заболевание молочной железы. Вот. Первая опухоль, которую, ну, когда мне нашли, она была не очень большая, она была всего сантиметр. Вот. Но с течением, пока вот это шла диагностика, да, она немножко подросла, и вот уже на операции она была 2 сантиметра. Это какая стадия у тебя была? У меня она пограничная, между первой и второй. Иногда врачи говорят, что один первая, один С. Ну, некоторые врачи склоняются, что все-таки вторая стадия. Не гормональная. Гормональная, да, гормональный люминальный тип Б. Вот. После этого я прошла химиотерапию, и вот сейчас нахожусь на гормонотерапии, принимаю, еще буду принимать долго. В ремиссии. В ремиссии, да, официально. А вот были какие-то сложности в лечении? Да, сложности, конечно, были, но первая сложность, что, которой вот я столкнулась, тем, что все-таки на тот момент было мало информации о куда бежать. Это куда какой бечь. Год? Это был 14-й год. Да. Куда бечь, чего делать. То есть вот этот период, он у всех очень неприятный. То есть ты начинаешь метаться из стороны в сторону. Потому что информации нет. Да, информации очень мало. Это не грипп. Да, в интернете пишут страсти-мордасти. И в отличие от нас. Вот. Конечно, вот это была сложность поиском первичной информации. Вот. Но была также, конечно, такая вот вещь, что по первому ЭГХ у меня стоял КИ-67-2. Вот. При пересмотре оказалось 20. Ну, в общем-то, лечение должно было бы пойти по другому пути. И начала бы я, наверное, с химиотерапии бы. Ну, так могу предположить. Вот. Ну, начали с операции. То есть, ну, для меня это было ударом. Вот, потому что я шла на операцию, думала, что, ну, типа, ерунда, вот сейчас тут вырежут, буду пить таблетки, и как бы все нормально. И когда мне сказали, что, опс, ты будешь проходить химиотерапию, для меня это был достаточно сложный момент. Меня немножко так пришпилило, если можно так сказать. То есть страх перед химиотерапией был? Почему? Это был не страх перед химиотерапией, а страх вот в каком-то, что вот я думала, что вот будет вот так вот, а получилось вот так. То есть это больше было такое... Вразрез с твоими планами. Нет. Да, да. Это связано больше с контролем над ситуацией, с моим вот этим вот... Как бы я думала так, а получилось вот так. И... Потерь волос была? Конечно, конечно. Как с этим справлялась? И были какие-то там никаких особые... Никаких особых таких у меня не было, таких переживаний. Спокойно перенесла? Спокойно, да. Я перед химиотерапией сходила в парикмахерскую, очень коротко постриглась. Вот. А потом уже, когда они начали покидать мою бедную голову, ну, я просто... Муж принес машинку с работы для стрижки овец и постриг меня. Почему для стрижки овец? Ну, так получилось. Сложилось исторически. Или собак, я уж не знаю. Вот приколист. Да. Вот. И это было достаточно... Ну, особо вот таких переживаний не было. Ага. Ну, как обстоит дело... с окружением сейчас, вот оно изменилось, ведь часто случается так, что люди, когда узнают о том, что их знакомый получил такой диагноз и лечится, они стараются как-то отстраниться, и разные на это причины, как у тебя. Ну да, значит, что можно сказать, некоторые друзья со мной до сих пор не общаются, тех людей, которые ну, либо свели мое общение к минимуму. Ну, приблизительно поздравление с днем рождения, поздравление там с Новым годом, и все. Ну, как бы...
Вот, я думаю, что причина в том, что они не знают, что о чем со мной можно поговорить. Хотя понятно, что человек, который перенес заболевание, а рак – это просто болезнь. Ну, да. Это ничего, я не инвалид, хожу на своих ногах, то есть никаких у меня нету таких каких-то, что можно сказать, отклонений. Ну, да. Со мной можно поговорить о жизни, можно поговорить о любви, можно о мужчинах, о детях, о собаках, о кошках. О работе, о чем угодно. Угу. Но вот в какой-то момент наступило так, что с некоторыми друзьями я не поддерживаю отношения. Может быть, и по их вине, может быть, и по моей, потому что я в тот момент, когда я поняла, что, ну, скажем так, поддержку я не получаю такую, какую я бы хотела бы, я, может быть, стала сама отдаляться. Может быть, и в этом причина. Ну, надеюсь, что... Ну, у меня есть очень широкий круг общения. Замена произошла, в принципе... которые принимают меня такой, какой я есть. То есть... Значит, качественная замена. Да, качественная замена. Они знают, все мои знакомые, друзья знают о том, что я прошла лечение от онкологического заболевания. Ага. А как вот изменилась жизнь? Вот Ирина до рака и Ирина после рака. Ну, это вообще разные люди. И я иногда вот, я говорю о том, что в прошедшей жизни я была вот такой. Чем ты занималась в прошедшей жизни? Ну, я была на руководящих, так скажем так, должностях в области маркетинга и рекламы. Я занималась товарным маркетингом, ездила в Китай, достаточно была... может быть, агрессивным человеком, каким-то таким достаточно нетерпимым и упрямым. Ну, таким, здесь да, это такое да, и требуется. Такое надо требуется. Же раздвигать конкурентов. Вот. И в какой-то момент я поняла, что мне это надоело. Это до рака было? Это было где-то вот... На границе. Где-то было где-то вот в 13-м году. Где-то я поняла, что я не хочу этим заниматься. Это не мое, я устала. Уже тогда организм давал сигнал. Да, что-то, какой-то сигнал был. И вот я сейчас вспоминаю, что у меня были такие мысли. Я вот даже делилась своими коллегами, что вот интересно, вот на пенсии, наверное, хорошо быть. Вот, я думаю, вот выйду на пенсию, буду в библиотеке работать или гидом буду. Вот у меня была, я просто помню, вот когда я так вот общалась с коллегами, вот, которые мне вот, мы говорили о работе. Самое интересное, что мечты мои осуществились. Ну, после рака. Да, ну, после рака. Я немножко получала пенсию по инвалидности. Это тоже можно сказать, что вот она мечта. Вот, пророческие были. Да, пророческие. Вот, я некоторое время, около года работала гидом-экскурсоводом. А где это было? Я работала при паломнической службе Николо-Угревского монастыря. Ездили с паломническими поездками по России. Вот. Ну и много экскурсий проводила, конечно, по монастырю. Это уже было после, лечения? После лечения, да. Это было в 2015-2016 году. Вот. Ну и сейчас вот я занимаюсь книгами. Можно сказать, что связано все-таки с книгами, с библиотекой. Полная противоположность той Ирины. Да, совершенно. Ну и внутри меня тоже прошли изменения. Но ты довольна этими изменениями? Да, я довольна этими изменениями. Ты теперь делаешь то, что ты хочешь, да, и получаешь удовольствие от того, что делаешь. А вот как ты нашла вот это равное, консультирование, женское здоровье? Как с ними сблизилась, как это случилось? Можно сказать, что тоже у меня была такая двухэтапная, потому что в 2015 году, когда я проходила реабилитацию после рака молочной железы, мне попалась книга, я сейчас не скажу, польского автора, где я прочитала о том, что есть сообщество в Польше, сообщество женщин, которые перенесли диагноз, и они общаются. И я поняла, что мне как бы в тот момент нужно было с кем-то пообщаться. С такими же, как да, ты. Да, именно с раком молочной железы, потому что у меня были девочки, с которыми я общалась, у них были другие онкологические заболевания. И мне было вот нужно найти вот тех людей, которые такие же, как я. Те же ощущения, да. И я стала искать в интернете, и в какой-то момент нашла сайт женского здоровья. Я увидела, что прочитала весь сайт, написала туда письмо о том, что я хочу присоединиться, я активно, я хочу вот в этом деле как-то себя найти.
Вот. Ну, к сожалению, там сразу мне не ответили, а потом у меня изменились рабочие обстоятельства, ну, стал более такой сложный график, и я на некоторое время отошла от этого. Угу. Вот. Второй этап, вот это было, случилось в 2017 году, я узнала, что проходят, будут курсы добровольцев женского здоровья, это просто на них записала. Два, полтора. И в 2017 году я прошла курсы добровольцев, вот с этого момента я начала ходить в больницы. Вот. И вот, как часто ты ходишь в больницу? Ну, сейчас я хожу раз-два в месяц. Угу. Вот. Иногда хочется почаще, потому что чувствую, что у меня есть желание в этом. Угу. Ну, если желание есть, то обязательно. Ну, конечно, конечно. У таких, как мы, они, наши желания чаще и больше исполняются, мне кажется. Ну, а вообще, как это происходит, травмное консультирование? С чего начинается? Вот ты приходишь в больницу? Ну, мы приходим в отделение. Сначала, угу, ну, берем, у нас есть такая сумка, в которой лежат все наши возможные там, мы, ну, какие-то материалы, какие-то информации, подарки. Информацию. Мы приходим в отделение, идем по палатам, приглашаем женщин на встречу с нами, говорим о том, заходим в палату. То есть моя вот первая фраза такая: «Здравствуйте, меня зовут Ирина, в 2014 году меня поставили диагноз». Вот приблизительно так я начинаю свою вот. И все сразу подсчитывают: ага, сегодня 19-й. Да, уже 5 лет. Шанс, да, есть. Живая, да. Вот, ну, мы их всех собираем в одном месте, ну, и рассказываем. То есть сначала, конечно, хотим узнать, что бы хотели женщины узнать, mm-hmm, услышать, какие вопросы. Ну, обычно вот на этом моменте, на первоначальном, вопросов не бывает, потому что женщины, им тоже надо адаптаться к нам, mm-hmm, кто мы такие, что мы такие. Вот, и обычно наша, дальше идет беседа, мы рассказываем и затрагиваем те основные вопросы, о которых женщина задумывается. Ну, это обычно получение инвалидности, потому что много вопросов по этому. Вопрос, а будет ли мне, а как, а что делать, куда бежать, а что у меня с этого будет. Потом вопрос такой бытовой. Как просто, что делать дома, после, как я приду после операции? Как дальше вот, я буду жить в квартире, как мне ходить на работу? Реабилитация. Реабилитация, наверное, какая реабилитация? Что такое рукав? Мы показываем послеоперационные протезы, показываем уже, ну, силиконовые протезы, показываем, как просто протез вставляется, бюстгальтер, угу, потому что, конечно, всему надо учить, всему надо учить, да, потому что если человек не сталкивается, для него это, конечно, шок. Показываем, рассказываем о том, что необходимо делать зарядку, угу, для руки, разрабатывайте руку. И показываете. Показываем. Некоторые какие-то особо полюбившие, ну, допустим, угу, упражнения мы показываем. Угу. Есть очень простые упражнения, которые помогают женщинам быстро разработать руку. Вот. Ну и отвечаем потом на вопросы, потому что после этого начинаются вопросы, и они бывают разные. А есть какие-то истории, которые на тебя произвели неизгладимое впечатление? Ну да, у меня была такая вот история, она была такая юмористичная, но она все равно была. Расскажи. Мне однажды посчитали, что я не принесла онкологическое заболевание, рак, мне не поверили. То есть вот ты пришла? Да, мне все рассказала, мне не поверили. Типа, ну как бы вот, вы точно там? Я говорю, ну давайте, хотите, я вам покажу. Показала? Показала, да. Я показала свой шрам, показала, вытащила протез. То есть все спокойно. А ты не проходила реконструкцию? Нет, реконструкцию я не проходила, потому что не захотела. Угу. Ну, а самое главное то, что твои близкие. Да, я приняла себя такой, какая вот я сейчас есть. Угу. А сложности есть какие-то там на лето куда-то поехать, или тебя это не беспокоит? Да нет, единственное, такие небольшие такие какие-то сложности, ну, с декольте, более никаких, mm-hmm, сложностей я не вижу, mm-hmm, в этом. Да. Ну, судя по тому, где тебе приходится бывать, оно тебе не очень нужно, это, ну, декольте, это не совсем, да, уместно. Да, не совсем уместно. Ну, иногда хочется, конечно, что-нибудь там летом более открытое, но, mm-hmm, тут есть ограничения, конечно. Mm-hmm. Ага. Ну, это единственный такой вот случай, кажется, шокирующий, да? Пришлось, ну, были, конечно, наглядно еще случаи такие. Ну, например, мне спросили при всех, как у меня изменилась сексуальная жизнь. Но это достаточно личный вопрос. Очень, да. Да. И я посчитала, что вот
при 15 женщинах и еще мужчины, которые там ходили, мне как-то... Ну, не очень это рассказывает. Внутрь уходить. И я поэтому отшутилась. Ну, отшутилась. Нам расскажешь шутку? Шутку потом расскажу, да. Хорошо. Значит, это не для зрителей. Да, это не для зрителей, да. Так. Ну, а вот есть женщины, которых ты начала консультировать, и они в итоге продолжили с тобой общение, подружились? Да, есть. Ну, вот, ну, я не скажу, что их много, но парочка наберется. То есть те женщины, которые вот со мной поддерживают, уже прошли лечение, и со мной поддерживают общение, мы дружим, мы встречаемся. Вот. Конечно, многие, я вижу, первый раз, и потом они иногда звонят по телефону. Угу. А есть те, которые захотели также стать равными консультантами? Есть. Есть? Есть, да. Приводила прям вот сама? Ну, у меня одна есть женщина, которая, ну, думает об этом, и она уже на пути к этому. Как она здорово. Должна пройти сейчас до конца лечения и... Потому займется. Что, да, займется этим. Ей надо сначала пройти обучение в женском здоровье. Она знает об этом. В общем-то, она, я думаю, что готова будет дальше к нам присоединиться. Угу. Это вообще очень хорошая история. Да, то, что да. у тебя, ну, благодаря твоему примеру, появляются еще последователи. Ну, я надеюсь, что да. так и будет. Да, да, это значит, очень убедительно было. А какие у тебя планы на жизнь? Ну, планы у меня, конечно, громадные, но первый, самый основной, это то, что продолжать жить. Продолжать жить и радоваться. Продолжать, самый лучший план. Да, лучший план. То есть, такой он, продолжать учиться любви, потому что для меня все-таки моя деятельность как равного консультанта и как больничного капеллана, это для меня это опыт научения любви, потому что... Любить можно не только близких людей, но да. и всех. Вот. И вот этот опыт научения, он очень важен для меня. Вот. И я хочу продолжать получать этот опыт. Но такие, с таких более практичных я хочу быть бабушкой, прабабушкой можно даже. Я не против. Что-то да. там уже намечается или пока еще? Ну, пока, я думаю, что еще пока долго, но все равно я очень хочу. Mm-hmm. Вот, я думаю, что я буду хорошей бабушкой, прабабушкой. Вот мне кажется. Вот. Ну, я хочу, чтобы вышли все 10 томов собрания трудов равнопост Николая Японского, над которым я работаю сейчас. Угу. Много еще там? Ну, вышло только два вот в этом угу. году. Надеемся, что будет третий. И угу. вот все-таки достаточно долго остается еще. Но я надеюсь и молюсь о том, чтобы этот проект завершился. Угу. Вот. Ну, желаю также, чтобы вот моя задумка о группе взаимопомощи в своем родном городе, я житель Подмосковья, она осуществилась. Ну, что я надеюсь, для этого нужно? Ну, мне кажется, мне нужен человек. Тот человек, с которым я бы могла. Единомышленник. Единомышленник. Можно пара. Но один в поле не воин. Один в поле не воин. Потому что я понимаю, что мой график иногда... Я не смогу просто полностью погрузиться в этот момент. И для меня либо не начинать совсем, потому что если я начну, а потом вот так вот брошу... Нужна страховка. Да, нужна страховка. Да. Нужна страховка, да. Поэтому я надеюсь, что когда-то, вот, может быть, благодаря и твоей программе, Оля, я найду единомышленника, и в городе Дзержинском или Люберцах найдется, вот мы начнем с этого. Угу. Ну, а кроме единомышленника, что еще нужно? Ну, желание. Желание есть. Помещение, может быть, администрация. Помещение, может быть, да, потому что все-таки вот это помещение, оно, где мы можем собираться, оно должно быть, ну, ну, скажем так, на благотворительной основе. Угу. И если такое будет помещение, это будет проще. Может быть, кто-то из коммерческих организаций сможет предложить вам. Ну, будем надеяться на то, что этот вопрос разрешится в ближайшем будущем. Я очень надеюсь на это. Путь-то сложный очень. Ты в Бога верила и до того, да. как случилась с тобой болезнь, и во время болезни, после-то я уже вообще молчу. А помогала ли тебе вера? Вот, это что было, можешь сказать это об этом? Была основа. Основа. Основа всего. Это была основа моей внутреннего спокойствия. Ну вот
могу образно сказать, вот летает мотылек, он мечется, а потом вот садится, хватается лапами и держится. Вот приблизительно это так. То есть мой дух метался, тосковал в какой-то момент. Я тоже почувствовала, что... И я поняла, что мне надо вот так схватиться за веру в Бога и держаться. Есть некоторые слова из Священного Писания, которые я повторяла во время лечения и до сих пор повторяю их. Это слова из псалмов: «Господь мой, спаситель мой, защитник мой, кого убоюся, кого устрашуся». И это вот основное в том, чтобы не бояться. Вот. Ну и также есть такая фраза апостольская, апостола Павла: «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?» Она тоже очень сильно на меня действует и дает силы и веру в том, что все будет хорошо. Здорово. Ирин, ну вот наша программа подходит к концу. Традиционно мы нашим зрителям какие-то советы даем, пожелания. Вот у тебя есть камера, и ты можешь сказать нашим зрителям все, что наболело, накипело, потому что я знаю, что ты неравнодушный человек. Дорогие девушки, сестры, у нас у каждого есть свой план на жизнь. И я желаю вам, чтобы ваш план, который вы задумали, он осуществился. Радуйтесь, наслаждайтесь каждому дню. Мир, который создан, он создан для нас. Если вам тяжело, смотрите на солнце. Солнце, оно светит для нас. Травка зеленая, все создано для нас. Есть рядом люди. Никогда не замыкайте в себе, идите вперед. Вы знаете, у меня даже как-то посветлело сейчас на душе от общения с Ириной. Ирина, это какие-то невероятные такие... Я очень рада. Да, спасибо тебе огромное. Я уверена в том, что этот выпуск многим пролил свет такой на темные пятна, которые связаны с заболеванием или страхами перед заболеванием. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. Мы полны новых планов и готовим новые программы. И желаем быть для вас максимально полезными. Всего вам доброго. Берегите себя, своих близких. До свидания.